Luca. Костя, ты же готовить хотел. Да вот же я приготовил. Костя, где тако? Так вот они. Костя, Костя, ты же готовить хотел. Это ничего. Жанна приготовила. Ух ты, саке! Татуировок много не бывает. Если вы придерживаетесь такой же точки зрения, мы рекомендуем подписаться на наш канал. Тысяча чертей, какая татуировка! На просторах нашего канала вы сможете увидеть и узнать много нового о татуировках со всего света. И это далеко не все. Подписавшись, вы получаете море положительных эмоций. Вас ждут такие программы, как «Тысяча чертей. Какая тату-история?», «Глазки перед покраской», «Стресс-тест», «Инфьюрис». Как это делается? Обзоры на тату-оборудование и многое другое. Присоединяйтесь, ведь это «Тысяча чертей. Какая татуировка?».